О, сразу все? Нет, я не буду такой бесполезной. Украли! Ну ладно, я опять с этой похожу. А, ты книжку выкинула? Вторую. Можешь взять. Вдруг опять в нескольких комнатах будем искать. Ой, я забыла свет включить. Ну, я его где-то внизу услышала. Внизу в подвале, в смысле? Да. А где лестница в подвал? На входе. Точно она внизу? Вроде да. Вроде или точно? Ну я по тарелке слышала, он мне шептал. В левом блоке. Вот я тоже странные звуки слышал в разных местах. Дверь потрогал. Кто ко мне идет? Я к тебе иду. Не-не-не, тут где-то есть. Вот, вниз. Дверь где-то тут потрогал. Ты прям в... Вон, ты ага, да. Вижу тебя. Либо вот это вот, либо соседние. Сейчас попробуем поговорить. Может, нет. А, тут не отвечает. Утучу. Ой, нога. Мне надо подбирать? Или сначала сфоткать надо? Сфоткать лучше. Не, а мне не отвечает. Все, выкидывай, поговори с ним. Посмотрим. Нам кто-то идет. Призраки. Бежим. Либо соседняя, либо эта комната. Не эта соседняя, вот та соседняя. А, за кушеткой. А дневника ни у кого? Дневник у меня есть. Сюда положить? Угу. Да, да. Блин. Да-да, вот тут вот, возможно. А, ни у кого фотика нету, да? А, я не брала. Хорошо, пока захочу. Где-нибудь там пар изо рта-то есть? Ну, он мне тут прямо у двери пошептал, в первой комнате, которая ближняя. Так, почти МП-5. Нет, не МП-5. Дверь где-то потрогал. Прям шепчет. Но он соседний. Гост. Да, но он пугал тебя в этой комнате прям. Вот в которой, из которой только что ушла, да? Да. Но
У меня тарелка была направлена вот в эту, в которой я сейчас стою. Он дверь именно тут потрогал. Но пара у меня там нет. Есть он тут. Есть? Да. Я вообще не видела. Я в какой? Первый. Да, там где зеленка и мы стоим. А, да, все вижу. Он в другой месте потрогал. Он тут потрогал. Ага. Это ты кинула? Это ведь не ты Нет. кинула? Да и там пар вроде. Тут пар. Да, у меня тут пар, да. А еще одну книжку и... А, угу. Что это такое? А, это радио, блин. Поговори по радио. Так я хотел проговорить. Я сначала хотел это поставить. Но со мной не хочет. Следующий. Пусть за мной тоже. В другом месте подходил. Почему в другом? У нас только одна стоит там. Один только? В другом месте бросил. И тут дальше. Хочу уйти отсюда. Тут говорит, ну шепчет это. Интересно, сколько у нас рассудок? Дверь потрогал. Дверь открой. Так, средний у нас 78.
кинул. А ты чё на втором этаже прячешься? Кто? Есть тут один. Нет. Голубь. Он у нас. Ну, он же у нас тут сидит. Мы все троём там. А он у меня по карте вообще наверху. Ну ладно, давай я, может, в другой угол дойду. Ты наверху. Так не могу я быть наверху, вот они. Подтверждаем. Наверху он. Я на полном серьезе. Вы внизу, он наверху. А где книжка? Вот ты. А, он книжку кинул. Вот они. Когда ты ходил, ты тоже чисто поверху ходил. Я сразу в двух измерениях. Вообще. Ну, на кости ходит в большинстве случаев. Почитай. Да подожди, посвети. Свечу я. Да, ничего не понятно. Чё? Дневник, что ли? Нет. Анкета, там анкета, типа, наверное, что-то про заболевание. Амбулаторная карта. Вы эти подбираете? Кого? Как там их? Бирочки на ногу. Они там подписаны все по-разному. Вот тут, которая валяется. Она подписана, я хочу уйти отсюда. Не карта, а вот эта бирка. Мы знаем, чем заняться. Призрака потом найдем. Блин, напугал. Я тоже пошла на поиски. Они могут на полу валяться. О, тут дофига бирочек. Где? Хочу, чтоб шел снег. Хочу дождь. Хочу чистое небо. Хочу чистое небо. А, тут про погоду, короче. Хочу, чтобы солнце взошло. Где? Мы там, где прям... В морге. О, в морге? В морге. Я нашла где спрятаться. А эти открываются? Нет. А, открываются. Но туда нельзя залезть. А. Только если в VR пробовать. Нашла? Нет. Бирочка. Где? Вон они здесь внизу. А. Фу, мухи.
О, привет. Что-нибудь нашла? Ой, я забыла, что у меня камера отключен. Еще одну бирочку нашла. О. Что там? Хочу приобрести. Эти знания. А в том было, я хочу. Ну, хочу быть в безопасности. Которую я находила. Зубки. Там хоть что-нибудь происходит, нет? Книжки бросают. Я слышала женский крик. Это нормально, это кукушка. А это не может быть банши? Не, ее слышно только в этот направленный. А вот я с ним же хожу. Или нет, или это не то. А какой ты крик слышала? Прям такой женский, такой. А-а-а! Прямо резкий. Я! Да. Ну, так не прям резкий такой, типа протяжный. Но в него слышала. Ну, пока поставим банши предварительно. Если ты слышала банши, но она у меня. Как ты ее могла слышать на таком расстоянии? Ну, вот я просто шла, получается, вперед, но я не помню, на какую сторону смотрела. Может быть, кстати, в вашу. Ну хотя да, так-то расстояние большое. Я, а Катюха, это... еще одну бирочку нашла. Хочу поймать призрака в ловушку. Сейчас я тебе отправлю сайт. А банши не ходит за человеком? Ходит. Потому что я сейчас пришла, и у меня тут включился метроном, и включился будильник. В комнате, но я далеко от той комнаты, в которой, получается, мы ее пытались найти, ну, призрака. Зайди на сайт, и там внизу есть, типа, имеет шанс издать уникальный паранормальный звук, и там есть... Чё тут сидишь-то? Звука.
Такой ты слышала или нет? Это может быть Канту или нет? Ты мне в этом ВКонтакте скинула, да? Сейчас, подожди. Я надеюсь, меня сейчас не сожрут. Она из той комнаты пришла. Атака? Да. Атака? Да. Просто выключи все. И все. Ага. Так, куда тут надо нажать-то? Ну это не Ханту. Нет, это не Ханту. Ну вот дополнительная информация там. И первый пунктик. Нет, я не такой слышала. Там вот прям такой мелодично женский был. Не крик. Значит, не это. Ну вот тут высокий шанс на появление паранормального явления пения. Вот было похоже на пение. Марина, Катя, вы где? Я где-то очень далеко. А мы наверху. Ну он просто наверх поднялся, атака закончилась. В правой части. А, ну далеко. Мы очень далеко, он бы до нас не дошел. Я слышу, как он ходит. Это я хожу. А, все, так окончилось? Так окончилось, все. Так, Катюха, ты где? Выводи меня отсюда. А, я вижу тебя. Да кто это, блин? Радиоприемник минус. Не писала в блокнотике? Нет. Атака. Ну это абсолютно обычный призрак. Лазерного тоже вы не видели? Нет, никаких вообще волей. То есть это либо джин, либо ханту, либо бай. Ну это не ханту. Ханту, да, сразу отменяется. Так, окончилось. А, да, я его жду. Сколько нужно так, чтобы поменялось обличие? Атака! Атака! Там может сразу поменяться, может вообще не поменяться. Там просто шанс какой-то. Во время охоты Абаки имеет шанс каждый раз, когда он мерцает, превратиться в другого модель призрака того же пола, затем вернется к исходному. А нет, пожалуй. Это гарантированно произойдет хотя бы один раз за охоту. А, да. Но мертвые игроки не могут видеть изменения формы. А, да? Угу. А вы че умерли? Нет. Собирались. Ну теперь ладно, теперь моя жертва была напрасна. Сдох разве? Да. С первой же атакой. Потому что я хотел узнать, ханту это не ханту. А у ханту чё? Какого у него? Ханту быстро передвигается в холоде. А. Атака. Атака. Света нету. Да сколько можно? Я даже прийти не успела использовать. Пока, Костя. А. А если я буду стоять с тарелкой во время атаки, она ко мне пойдет? Да. Да. Какие предположения? Расскажите, когда атака будет? Не знаю, он, кстати, немного ускорился, когда в первый раз меня увидел. Атака кончилась, да? Да. Да. Здравствуйте. Катя, ты где? Я на улице. Здравствуйте. А как ты вышла на улицу так быстро? Через окно. А как вообще, в какую сторону улица? Сейчас скажу тебе. Машина, помнишь где? Да. Я вообще не знаю, где я.
Машина на улице. Ты на первом этаже или на втором? Ну, я с тобой рядышком была недавно совсем. Я тебя не вижу. Атака. У меня что-то происходит, ты у меня типа вообще внизу и где-то за пределами карты. Ну, я поняла, где ты. Ты сейчас, ага. Когда выйдешь, иди налево. На призрака. Когда атака заканчивается. На призрака? Когда атака закончится. Ага. Вы нам лучше скажите, кто призрак. Если б я еще знала. Все. Выходи, иди налево. Вот так вот. Прямо. Когда упрешься в стенку, поверни налево. Ага. А дверь закрыта. А, все. Налево, а не направо. Я налево повернула. Это лево. Где лево, а где право, скажи мне. Нет, я реально, я вот сейчас шла прямо, я повернула. Это вот. У меня лево. Ну. Право. Ты сейчас направо повернула. Я налево повернула! Ладно, иди туда, куда шла, дальше иди. Потом... Наоборот, в другую сторону. Подожди, если она правильно, то она правильно вышла. Нет, я клянусь, я повернула налево. Иди дальше давай, посмотрим иду. Потом. Атака. Атака. МП-5. Дверь закрыта. Видишь, она правильно пошла. Конечно, на лестницу хотела зайти. В смысле, дверь на лестницу закрыта во время атаки? Да. И блоки. И выход. Может, закрывает сразу. Поднимается на второй этаж. По главной лестнице? По левой. Ну, мы выяснили, всё. Что кто-то повернул не налево. Ай, ёлки-палки, направо надо было, да, я немножечко так это отвернула. Но я-то повернула налево. Да. Что это? Всё, атака кончилась? Да. Да. Интересно, как это по карте выглядит. Так, всё, я иду прямо, да? Или куда? Противоположному левому. Развернись. Атака нет? Да. Блин. Да беги, ничего тебе не будет. А куда бежать-то, я не знаю. Противоположную сторону левого. Да. Там блок закрыт. Да тебе ладно. Стучись, они откроют. Так, я сейчас возвращаюсь туда, где ты мне сказала, что нужно идти направо, но я пошла налево. Да. Но мне нужно все-таки идти направо. Да. Кончилось? Нет. Нет. Ну ты стучись, ты стучись, может откроют. Не пойду я туда. Мне и тут хорошо. Да иди, он на первом внизу. Все, кончилось. А я вообще, так понимаю, одна тут. Тусусь, да. Нет, мы с Костей еще. Мертвые. Это не важно. Я рассудок нам повышаю, как могу. Так, куда? Прямо иду? Еще прямо идти. И где-то вот тут вот... Ага, вижу, вижу, вижу. Ворот. Вижу выход. Я их вижу. Лишь бы успеть. Конец атаки. А, была атака? Нет. Уф, я жива. Привет. Здрасте. На нуле вышла. Нормально. И кто это? Я ее вообще не слышала. Ну, допустим, это Джин. Джин? Тогда ставим Джин, и чё? Если все так сами одного уж. Давайте Джин. Костя, ставишь? Ребёнок, который на свете не слышал. Да, у меня он и был поставлен, и думал...
Да. Че, в обнимку, да? Вместе будем с песиком. Он же старый дед. Это челюсть у него сломана. Двоих ты не съест, да, за раз? Джин. Ма.